Ох, как из вас гей изливается-то, ой, прям, ну надо же. Не обращай внимания на этих людей, да? Зачем их, действительно? Что сегодня было новенького? У нас сегодня день такой. Ну, сегодня, во-первых, ну, выходной. И ну, как-то не знаю. Хорошо, все потихонечку. Пожалуйста, океан сейчас. Минуту. О! Красота! Телефон, конечно же, он не то передает. Да? А, Никита, ты большой молодец, что терпишь все это. Не отпусти ее нафиг, отвлекись на другую девушку. Будь горд перед собой и перед Настей. Пусть она поймет, кого потеряла. И человек уже просто понимает, что своим плохим, так скажем, со своим плохим характером, который она совершенно не хочет никак менять, а меняться, быть лучше, становиться. И уж тем более как-то не говорить. Нет. Но красота, да. Драка, это была вообще совершенно не драка, человек, ну, мне как-то, знаете, так получилось, что я вообще никогда не пил в жизни, вообще никогда, а здесь настолько вот, как бы, я, мне так болело внутри все вот истощение какое-то, что вот, думаю, дай-ка, ну, вот не знаю, что повеяло, потому что я не пью, не курю, и для меня это вообще нонсенс, а тут получается совершенно наоборот, и я вот... Ну, во-первых, я совершенно и не шел к человеку. Человек вышел и начал, напил, и пошло. Очень красивые слова говорится в мою сторону. Я говорю, что-то вышло, иди, зайди, и еще не трогай меня. Человека я не ударил бы никогда в жизни. Вот она все зажигает, угомониться не может. Ну, а с другой стороны, что человеку еще делать? И будешь заняться нечем. Она не хочет понять, что такое любовь, что к ней есть хорошее отношение человеческое. Поэтому ты вышел вслед в эфир после ее высказывания снова, она же тебя не трогает. Ну, можно сказать и так, да. Потому что мне надоело ее вранье, и она очень много придумывает, безумно, на каждом шагу. Юлька с Женей, ну, вообще хотела бы, чтобы они помирились. Юлька настолько, она как-то настроена на вот просто только дружбу, что она больше с ним ничего не хочет, что... Посмотрим. Вот они, кстати, сегодня поехали на свидание. Ну, на выезд. Вот на... Ой, какой выезд и свидание? В отель Бескамер. Там же у нас же теперь есть доступ к этому всему. Не пытайся ничего доказать. Да я не пытаюсь, господи. Просто когда говорят вранье, ну вы же спрашиваете, я отвечаю. Просто тоже тут пишут, некоторые тему заводишь, но тогда не спрашивайте одно и то же. Мне самой это надоело. Видно, что ты ее до сих пор любишь. Слушай, Николай. Пережить надо, отпустить. Мириться нет, не хочу, нет желания. Человек настолько уже, я, простите за мой французский, обосрался и вообще как-то и совершенно как-то не хочет, ну, на курбе свои как-то понять и принять, что нельзя так общаться. Что хочет, пусть так живет. Но я рядом не буду больше, надоело. Москву, ну кто-то говорит в июне, кто-то говорит в сентябре, ну посмотрим, как откроют
границ. Говорят гадость, значит, это очень интересно. Ну, так, наверное, в этом есть своя правда. Я просто читаю, мне интересно, что вы пишете. Сейчас что-то увижу, отвечу. Просто пока только утвердительное. Мне 23 года. Я из Москвы. Марина, да, мы с СССР улетели. Кроме Лёши с Майей. Не с нами. Я захожу к подписчикам, лайкаю, где-то комментирую. Я просто повторюсь, я не особо болею соцсетями, но стараюсь. Надо, наверное, заболеть. Мы же все тут хайп ловим, конечно же. Очень красиво, красиво. Погодка вообще радует очень сильно. Передай привет мне, я буду самый счастливый. Юлия, привет вам. Мои дела хорошо. Конечно, были. Ну вот, такие машины, как ты, большая редкость. Очень важно в отношении, что очень важно. Даю телефон, да, но... Хотелось бы еще чаще, лучше вообще по 24 на 7. Вот, допустим, ребята с салами, у них всегда телефон с собой. У нас нет. Ребята, я ни с кем не собираюсь ни мириться, ни продолжать какое-либо общение. Нет. Мне это чуждо вообще, когда люди некоторые ставят свечку за упокой, а потом общаются, ну как бы, чё к чему, я не понимаю такого. У нас 35-6 градусов, жарко очень, даже у нас полетел кондиционер в бунгало, мы просто лезли с вами на стенку, бежали на новую виллу, там уже, ну то есть, ну, каждый день какие-то новые интересные впечатления. На что мама отреагировала? На грязь, которую человек говорит, ну как, сказал, что человек плохой, не стоит было вообще как бы притяготеть и чувства человеку испытывать, когда человек вообще совершенно не хочет вообще ничего. И вот. Настя вообще как бы стезя, я так прекрасно понял уже, что она чисто вот поорать. Просто понятное дело, что у нас было тоже там, она как-то меня прикрикивала, то есть как бы я просто этому как-то, ну, какого-то, на это какого-то акцента не делал, и уж тем более какого-то, не знаю, ну, такая она вот сбаумышная. А когда она перешла черту и говорит то, чего на самом деле нет, а-ля типа секреты какие-то мои, или вот то, что она придумывает именно, я бы, конечно, сказал бы пожестче, но я не буду.
Я просто никак не реагирую. А человек хочет, чтобы я вышел на эмоции, чтобы я среагировал. Не получится. Ну, потому что мне это неинтересно, я не такой человек, как она. А что Настя еще говорит, кроме того, что вот то, что вы пишете? У нас такое время. Либо ты человек как бы с нетрадиционной сексуальной ориентацией, либо ты проститутка. Ну, то есть, как бы, люди, ну, вы будьте умнее, наконец-таки. Как-то уже мозг свой врубите, что гадости только такие у людей с таким мышлением приходят на ум. Недалеким. Я пока не задумываюсь о каких-либо отношениях, потому что опять и до проекта было тяжело, расставание здесь как-то. Залезем к тебе в прямой эфир. Привет, привет. Наш оператор. Ладно, друзья, всем, кто с негативом здесь, здоровья вам огромного желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все складывалось, чтобы вы были здоровы, самое главное. И, конечно же, улыбайтесь чаще, это самое главное. Ну и всем, кто поддерживает или как-то понимает меня, как бы это странно не звучало, огромное вам спасибо. Я вас очень благодарю.